Члены общественной комиссии по работе с обращениями граждан пришли на прием к главе города, чтобы отчитаться о первых результатах работы. Градоначальник убедился, ответы чиновников администрации теперь под жестким контролем общественников. Нам необходимо сделать так, чтобы наш каждый чиновник, служащий, слово произошло от слова «служить», кому служить? Горожанам. Чтобы наши чиновники, служащие были тоже клиент-ориентированы. А это значит, что есть проблема, обратились в администрацию города или района, и чиновник, который рассматривает эту жалобу, должен положительно решить все вопросы, если только они не противоречат закону. Глава города уверен, поверхностно относиться к вопросам граждан нельзя. Люди обращаются в администрацию за помощью, и помощь эту они должны получать. Любой ответ, поступающий от чиновников, должен быть понятным и содержательным. А если гражданин обратился с письменным заявлением, то чиновник обязан встретиться с ним лично и все разъяснить. С формальными отписками и бюрократическими проволочками теперь борется общественная комиссия. Она появилась на курорте месяц назад. Возглавила группу депутат городского собрания Нора Липсверидзе. Вместе со своими помощниками она систематизирует обращения и жалобы граждан и контролирует качество ответов, поступающих от чиновников. Претензии к ним есть. Чаще всего недовольство граждан связано с жилищными проблемами, а значит и вопросы адресованы в основном к департаментам городского хозяйства и имущественных отношений. Тематика обращений больше всего идет на предоставление жилья, расселение из аварийных домов. Очень много устных жалоб. Вопросы людей о наболевшем, как улучшить жилищные условия или когда в доме сделают ремонт. Ответы на них, а главное решение, ждут от чиновников. Мы женщины, я поднималась на крышу, утром смотрела, как ребята делают крышу. И в результате сейчас мы обнаружили, что они там, где у нас лифтовая шахта, вот это выступ, они вообще ничего не сделали, там вообще тряпка постелена. Состояние домов и придомовых территорий – тема действительно острая. Тем не менее, Нора Липсверидзе уверена, зачастую жители города стараются переложить на администрацию функции ТОСов, домовых комитетов и управляющих компаний. Большинство вопросов можно решить на местном уровне своими силами. В любом случае, ни одно из обращений сочинцев в администрацию не останется без внимания. И на каждый вопрос будет получен ответ. Общественная комиссия за этим проследит. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.